предлагаю рецепт постных лепешек на воде с луком. Они получаются очень вкусными. Красивого золотистого цвета, ароматные и сытные. Готовятся лепешки из простых и доступных ингредиентов. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске смешайте с водой растительное масло и соль. Постепенно начните добавлять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымесите тесто до однородности, катайте в шар. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте растительным маслом. Сверните пласт в рулет с широкой стороны, затем закрутите в улитку. Снова раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Репчатый лук нарежьте на маленькие кубики, выложите их на тесто и слегка вдавите. Тесто сверните в рулет. Нарежьте на кусочки длинные около 4 см, каждый раскатайте в небольшую лепешку толщиной 5-6 мм. Обжарьте лепешки с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Лепешки на воде с луком готовы, приятного вам аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!